Ага. Карусель для детей. Как всегда, приветствую вас, мои дорогие друзья. Итак, у нас третья и заключительная часть нашего семейного похода. Еще раз говорю всем привет. Если кто не видел первые два выпуска, советую посмотреть, не пожалеете. Так что всем приятного просмотра. Карусель для детей. Сегодня в выпуске, друзья, очень много интересного. Не переключаемся и смотрим. Заранее извиняюсь, то что три части. Я понимаю, долго ждать выпуска. Но если бы я загрузил полное видео, она бы вышла на полтора часа, на два часа, то вам бы тоже неинтересно было смотреть. А так разделю на три части, и все будет хорошо. Так что, друзья, спасибо вам за просмотр. Заходим в отдел, где здесь выставка идет, короче. И выставка — это зверей будущего. Вот так вот должны выглядеть звери будущего. Мне интересно, доживем мы до этого или нет, когда будут вот такие вот звери. Вот такие вот звери будут по их представлению в будущем. Это типа заяц, кролик, наверное, будет в будущем. А это получается кенгуру с кошкой или с чем? С крысой. Динозавр с чем-то. Короче, интересное представление о будущем. Как в будущем будут выглядеть звери. Ну это тигр. Тигр останется тигром, походу. Или что-то там внутри есть. Все равно какая-то смесь есть. Это тоже что-то с кенгуру связано. Да, ну вот этот вот, конечно, зрелище неприятное. Если в зоопарк пойдем в будущем, то тогда не знаю, кому понравятся такие звери. Try again.
Да он раньше времени, смотри, падает. Да ну? Лохотрон какой-то. Раньше времени даже не доходишь до того. Он уже падает. Сейчас здесь попробуем. Не наж... Куда ты нажимаешь? Ты видел, да? Она, я даже не успел, она взяла, нажала и все, он это. Она сама нажала. Она не поднимается вверх. Почему? А, вот сейчас поднимается, да. Вот сейчас надо вовремя отпустить. Не, чуть-чуть, смотри. Чуть-чуть не пошло. А я теперь понял, как она работает. Сейчас еще раз попробую. А Вика взяла мне, нажала. Она взяла, нажала, да. Тут видишь, должен ключ туда попасть прям, понимаешь? Он кривой, смотрите. Да, он специально сделан. Конечно, так как он попадет, то он кривой. Да нет. 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 Вот она так и есть, она так и есть. Да, вот они, однорукие бандиты из 90-х. Здесь вот тоже такой сафари, типа сафари. Отсюда вам засниму вот такие вот машинки там. Я хотел бы, конечно, вот эти колеса от машин. Я хотел бы, конечно, для вас заснять, пойти туда, но ждать это нереально. Здесь примерно сказали час стоять в очереди. Очередь вот такая вот. То есть смысла нету. Тогда мы не успеем другое ничего посмотреть. К сожалению, в этот раз не получается. Если честно, друзья, очень устал уже. Уже, считай, целый день здесь ходим, и все равно конца и края нет. Устаешь и морально, и физически устаешь от этого всего. Но раз деньги заплатили, раз выбрали, надо для вас уже до конца заснять это все. Жарко сегодня, очень жарко. 32 градуса. Душно конкретно. Ну ничего, блогер — это тоже работа. Хотя многие думают, раз-два заснял и все. Хороший контент, хорошее видео нужно снимать. Довольно с напрягом. Надеюсь, что те два выпуска вам зашли, вам понравилось все. Если захотите еще, у нас еще парки есть. Разные парки есть. Если вам понравится, пишите обязательно в комментарии. Ну и потом уже буду для вас снимать. Здесь еще лодка тоже? Два человека всего? Да, ну там очередь тоже, посмотри, какая очередь стоит. Да. Невозможно тоже много еще заснять, охота, конечно, заснять. Но в очереди стоять, это труба, это полная труба. Вы посмотрите, сколько народу в очередь. Это ты здесь на 1-2 аттракциона ты простоишь, и все. И у тебя времени просто больше не будет. Так что, я не знаю. Надо выборочно просто брать, какие ты хочешь, если кто сюда поедет, кто живет в Германии.
И если даже на сафари много времени не тратить, а именно сюда идти, занимать очередь и стоять. Если с детьми, то это понятно вообще, что там не объяснишь, что в очереди нельзя стоять. Или очень долго. Они захотят везде все покататься и я не знаю. И это просто из-за коронавируса сейчас у нас. Потому что по два, по три человека только на один аттракцион пускают. Семью там с двумя-тремя человек, людьми получается. Так это труба вообще. Я думаю, когда этот проклятый коронавирус пройдет, я думаю, все послабление будет, полегче будет. Ну а мы не унываем. Продвигаемся дальше. Вот такой вот здесь аттракцион. Ну опять же очередь. Вон, дедушка в туалете сидит. А, так он еще водой плескается. Не дают дедушке спокойно покакать. Да тут рыбу все перемололи уже, наверное. Зачем сюда? В общем, взял себе холодную кока-колу. Обошлось это мне все в 3 евро. 2,95. Так что можете себе представить, что здесь за цены. Пришли на шоу. Да. Здесь, оказывается, такое водяное шоу gewartet. Habt keine Angst vor ihm, denn ist immer freundlich. Liebe Abenteurer, danke, dass ihr mit uns auf diese Reise gekommen seid. Wir wünschen euch noch viel Spaß bei uns im Serengeti Park Resort. Друзья, смотрите, какие машины. Вот на такие здесь катаются. Но ждать просто нет времени ждать. Сейчас все позакрывается, в оконцовке потом никуда не успеем. Ну что, получается, вот такой вот день. Сейчас он заканчивается, мы уже идем к выходу, идем к машине.
Сейчас поедем домой, нам еще домой ехать 130 километров. Ну, устал, конечно, устал, спору нету. Так что, друзья, надеюсь, вам понравилось это все. Если зайдет видео, то обязательно поедем в другие парки. И буду другие парки для вас снимать. Ну а так, что, друзья, надолго не прощаемся. Ставим лайки, как обычно. Подписываемся на канал, те, кто не подписаны. Всем здоровья, всем удачи, всем пока. Ма, скажи пока подписчикам. Па. Вика, скажи пока. О, всем пока. Пока-пока, друзья. До скорых встреч. Скоро видео.